В Сочи в сноуборд-парке и фристайл-центре комплекса «Роза Хутор» прошли первые международные тестовые соревнования по фристайлу. Первоначально планировалось, что здесь состоится этап Кубка Европы, но в связи с тем, что в Сочи приехали звезды первой величины со всей планеты, статус соревнований был повышен. В итоге был разыгран суперконтинентальный кубок. Лидер сборной России кубанец Тимофей Сливец считался одним из претендентов на призовое место, но неудачно выполнив вторую попытку, стал лишь седьмым. Впрочем, если не выступлением, то, по крайней мере, организацией соревнований он остался доволен вполне. Здесь прыгать получается сплошное удовольствие, отличные углы разгона, приземления. Очень нравится. Кубок Европы проходит на очень высоком уровне. То есть и размещение, и все сопутствующее сопровождение очень делается высококвалифицированно. То есть сплошной позитив. Все призовые места в первый соревновательный день заняли мастера фристайла из Китая, подтвердив статус одного из главных фаворитов предстоящей Сочинской Олимпиады, хотя, наверное, не только Сочинской. Завтра, в заключительный день соревнований, в Красной Поляне пройдут старты в дисциплине скикросс.